2 августа отмечают День памяти Ильи Пророка. Отмечать Ильин день начали уже в Древней Византии, а после крещения Руси этот праздник пришел и к нам. Сегодня Святая Церковь празднует память пророка Божия Ильи, наверное, одного из самых любимых и известных персонажей из Ветхого Завета. О нем повествуется в Третьей книге Царств. И чем известен этот пророк? Не столько своими поучениями и наставлениями, сколько своими делами. Святой Илья был ярым ревнителем веры и благочестия. Свою жизнь он посвятил единому Богу, проводил дни в посте и молитве. На Руси Илья Пророк является одним из самых почитаемых святых. Почему именно так откликнулся народ на жизнь этого святого? Наверное, потому что пророк Илья как бы вот отражает наше понимание святости. С одной стороны, он строг к себе, с другой стороны, он строг и праведен к тем, кого он обличает. То есть он не останавливается ни перед царем, ни перед царицей, ни перед тем, кто его хвалит, ни перед тем, кто ему противостоит. Он в своем духе, в своем пламенеющем духе, он несет правду и говорит о Боге, где бы он ни стоял, на каком месте и перед кем бы он ни находился. В данный момент праздник не принято отмечать широко, однако с ним связано много народных примет. Считается, что с этого дня лето идет на убыль. А самое известное поверье гласит, что купаться в водоемах с этого дня уже нельзя. На эту дату в России приходится и еще один праздник – День воздушно-десантных войск. Это совпадение стало поводом объявить пророка Илью небесным покровителем десантников.